Ух ты, и снова я. Александр Латычин. Ребята, это пятая попытка заснять видеоролик. Прогулка по Печенеге, часть вторая. Я выезжаю с улицы 1 мая в центр. С правой стороны у нас построена Свято-Преображенская церковь, которая была построена в 2001 году. Ее быстро как-то построили, наверное, за год или два. Очень быстро ее построили. Свято-Преображенская церковь. Красавица стоит. Красава. И буду я двигаться в сторону автостанции. Мимо магазина «Посад», продукты, который был открыт в 2018 году. Магазин «Посад». Магазин «Посад». За магазином «Посад» домовенок. Потом мини-маркет. Все для дома. И двигаемся в сторону автостанции. Я потихонечку надеюсь. На велосипеде. Ехали медведи на велосипеде. Такие. Может, с пятой попытки получится меня заснять этот ролик. Вторую часть прогулка по Печенегам. Ехали медведи. Хочу. Вот так давно, вот так давно не видел маму. Я так давно не видел маму. Ребята, возвращайтесь, если у кого есть возможность. Погостите дома и поедете дальше. Улица Шевченко пошла к реке, правая сторона, магазин «Ларечек», магазин «Градус», аптека. Поехали. Автостанция, наша печенежская автостанция, с которой вы когда-то уезжали. На автостанции кассира нет, заведующего нет. Сократили для экономии бюджета. Так, я двигаюсь в центр. От автостанции я двигаюсь в центр, по улице Харьковской. Здесь комбикорма продают, продукты. Нас машина обгоняет, я пускаю. Я же на лихотеке, велосипеде. Чего?
А я домой на Украину хочу. Я так давно не видел маму. С правой стороны ритуальные услуги, потом за ритуальными услугами идет рынок. Рынок находится за ларьками. Здесь ларечки поставили. Продают смартфоны, телефоны. Я собирался покупать, но... Прости. Но мне еще пока... Я не насобирал денежку, чтобы купить себе хороший смартфон. Ну так, вот более-менее. И снимаю я Престижу 40-55. Красивая наша церковь, да? Это Преображенская церковь. Ну вот, ребята, и закончил я свой коротенькое видео. Поехал я, откуда началось свое движение. Магазин посад. И пошел. Это ферум. Все для рыбалки. И... Ну все, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Всем, кто с Украины, с печенеги, всем привет передаю. Пока-пока. Возвращайтесь домой.